Ну ладно, ребят, в прошлом видео мы прогулялись до океана. Так, сейчас давайте возьмем тогда броник, все как обычно, и, значит, пойдем тогда на миссию. Вот тут какой хороший проход, смотри, глянь-ка только. Только мы, конечно, тут назад не поднимемся, я думаю. Хотя должны были бы предусмотреть, что раз вот тут броник, значит, чтобы я тут спокойно поднимался. Ну, видишь, он не хочет тут. Ну-ка. Нет, вот тут он не хочет. Ну ладно, обойдем, мне не лень. Красиво. И всегда приятно. Приятно просто походить. Так, ну, значит, по поводу граффити. Мы все граффити закрасим. По поводу объема легких мы его тоже нарастим. Так, смотри, хорошая прибыль. И обратите внимание, видите у меня какая сумма? На что? А на что я должен отвечать? Что он предлагает? Где у меня тут, блин? Я-то, я. Ну, допустим. Ну, и что? Ну. А что он говорит-то? Ну, давай, да. Конечно, да. Ё-моё. Ай, ладно, пошел он. Какой-то невменяемый. Все, сейчас пересохранимся. Пойдем на миссию. Так, опять ночь. Не надо, не хочу я никакую ночь. Давай еще раз. Стоп. 5 утра. Хорошо, хорошее время. Ну, в принципе, можно было бы еще, конечно, бабла постричь на пожарной машине. Ну, ладно. Радио X. Ну, все. Ладно. Пойдем. Пройдем все миссии, какие можно. Все равно все упрется в завоевание районов. Так или иначе. А, вот это проехать рядом, проехать рядом. Ну, давай попробуем еще раз ее штурмовать. Эту миссию проехать рядом с поездом. Это на самом деле самая трудная для меня миссия.